На соискание областной премии в сфере журналистики было подано рекордное количество заявок – свыше 200. Телеканал «Улправда ТВ» стал победителем конкурса в номинации «Лучший материал патриотической и краеведческой тематики». В частности, награду вручили за цикл передач «На семи ветрах». Диплом начальнику телевизионной службы телеканала вручила заместитель губернатора Ульяновской области Наталья Мартынова. Радует, что журналистский уровень из года в год растет, и появляются новые лица, появляются новые авторы. И сегодня мы с удовольствием их поздравим и вручим премию, которую они честно заработали. Мы в одной команде, мы всегда делаем все вместе. Где-то есть у нас какие-то недочеты, какие-то удачи, какие-то неудачи. Но самое главное именно, что мы коллектив и что все, что мы делаем, мы стараемся делать хорошо и качественно. Редакции ульяновских СМИ готовили для своих читателей развлекательный, познавательный и информационный контент. Реализовывали общественно значимые медийные проекты, показывали жизнь Ульяновской области во всем ее многообразии. Год непростой был, в том числе и для средств массовой информации. Отрадно, что все выжили, отрадно, что были реализованы новые медийные проекты. И вот эти медийные проекты, они помогли руководству области, региональному правительству вот, проинформировать людей о той работе, которая ведется, вот, ну, в том числе, вот, например, по исполнению национальных проектов. На конкурс принимались теле- и радиопрограммы, материалы, опубликованные в печатных и сетевых изданиях. За освещение вопросов социальной сферы награду получил и информационный портал «Улправда.ру». На самом деле очень горжусь своим коллективом. Мы выросли за время моей работы там, мы стали заметными, нас читают и нам признаются в любви и благодарности. Поэтому эта победа командная, и всему моему коллективу огромное спасибо за работу. Отрадно, что в числе победителей оказались и молодые журналисты. Я очень рада, что мне предоставлена возможность развиваться в этой отрасли. Надеюсь, что впереди у меня много очень тем интересных и интересных героев. Поздравляем всех коллег с победой и желаем дальнейших успехов. Ирина Антонова, Юрий Конихин, новости Улправда ТВ.